красавцы. Ждут или разгрузки, или погрузки. Так что торговля идет полным ходом. В порт Черноморский свозят в основном сельхозпродукцию, зерновые, пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник. И все идет, переваливается на экспорт. Сюда идет даже ЗНЭП, железная руда. Недавно с этого Ильичевского порта руда Фирташу уходила, не знаю, прекратилась она уходить или нет, но сухогрузы огромнейшие стоят, ждут своей загрузки. Так что, в принципе, экономика Украины работает. Сюда переваливают. Там город Черноморск. Маяк. Стоит маяк. Одним словом, море. Как транспортная система. Акватория Черноморского порта. Берег Черноморка. Имеется курортная зона, пляжи. Там мыс, где расположен монастырь. Thank you.
паромная переправа здесь работает. Контейнеровозы. В целом жизнь государства Украина продолжается. Завершаю свой репортаж.